праздник работников нефтяной и газовой промышленности, наша компания дарит горожанам новую выставку. В этом году ее главный герой – природный газ. В доступной форме работники предприятия попытались рассказать о сложном производственном процессе, газодобыче на Крайнем Севере и об уникальных инновационных технологиях, которые применяются только на Ямале. Выставка называется «Искусство инноваций». По этому названию можно сделать соответствующие выводы. Она о тех инновациях, о тех современных практических решениях, которые у нас уже реализованы и будут реализованы, наша, так сказать, перспектива. Воссозданная атмосфера газовых промыслов в аудио и видео, оживающие фотографии, мультимедийные проекты на грани технологии искусства, интерактив с музейными экспонатами и зависшие скульптуры в воздухе. Кубометр газа – это много или мало? Авторы выставки нашли ответ на этот вопрос. Парящий в воздухе куб, его грани ровно метр в длину. А теперь представьте, 18 миллионов таких кубиков. Именно столько добывает «Газпром» добыча «Ямбург» в час. Если поставить эти кубики один за другим, то полученная линия дважды пройдет по маршруту от самой восточной точки нашей страны, мыса Дежнева на Чукотском полуострове, до самой западной песчаной косы Гданьского залива. А это на минуточку 10 тысяч километров. Не менее впечатляют масштабы уникальной ледостойкой платформы «Каменномысская». С нее будет вестись добыча газа из акватории Обской губы. Только представьте себе, Арктика, шельф Карского моря, где сильные штормы, толстые плотные льды, температура до минус 60 по Цельсию. И в этих неимоверно сложных условиях компании «Газпром добыча Ямбург» предстоит добывать газ. Уже сейчас ведется строительство платформы на российских судостроительных верфях. Это уникальное сооружение, технически очень сложное. Для понимания ее масштабов, ее только длина корпуса составляет 139 метров. Если мы берем высоту по верхней образующей хакерной стрелы, расстояние составляет от кромки воды 107 метров. Если поставим скульптуру «Родина-мать», верхний кончик ее меча будет ниже на 9 метров. Макет ледостойкой платформы буквально обступили со всех сторон и дети, и взрослые. Ирина Чередниченко трудится в «Газпром добыче Ямбург» специалистом по охране труда. Сегодня она не случайно пришла на выставку вместе с дочкой. Экспозиция – возможность больше узнать о газе и его добыче, а значит, о маминой работе. У дочки возраст почемучки, и она задает вопросы, где я работаю, кем. Поэтому мы с удовольствием пришли сегодня на эту выставку и на экспонатах воочию удалось объяснить ребенку исчерпывающе, чем же я занимаюсь, безопасностью чего, каких объектов. Макеты действующего оборудования, исторические экспонаты, инструменты из ближайшего будущего. Все для того, чтобы вживую представить и даже услышать газовые промыслы. Здесь интересным образом сочетаются и ключи, которыми открывали газовые месторождения, ну, символически открывали, да, и есть настоящие теодолиты, с которыми до этого еще геодезисты прошли, когда они сделали все нужные кроки, схемы. Вот, поэтому здесь вот это сочетание, а во втором зале там, конечно, инновации, там то будущее, в которое я хочу попасть. Виртуальная экскурсия на газовые промыслы Ямбурга и Новозаполярного продлится до 3 октября. Не упусти возможность прикоснуться к легендарным месторождениям Ямала. Экспозицию уже посетили Дарья Демешко, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.